Джейнс, развитые каким-то образом изменяют белый свет. Афины считают, они используют инфраструктуру черного дозора. И для чего же? Не знаем. Но одного контейнера хватит всего только на 50 кубометров. Может, сделать управляемый выпуск, понять, в чем дело. Афина дала координаты контейнера с уже измененным белым светом. Если хочешь привлечь внимание Мерсера, лучше не придумать. Но, Джеймс, послушай. Я знаю, это твой взгляд. Это взгляд человека, который решил отречься от мира. Бога ради, ми амиго. Посреди всего этого, не потеряй самого себя. Я знаю, что делаю, отец. Но, Миито, это вряд ли. Твою мать. А представляете, Гентек выпустил бы этот белый свет. Весь город бы кишел развитыми. Мерсер! Какое разочарование, сержант Хеллер. Ты нарушил мои планы. Зря потратил белый свет. Я так на тебя рассчитывал. Столько тебе дал, а ты даже не в состоянии это оценить. Не понимаю, о чем ты говоришь, блин. Жаль. Прощай, Хеллер. Мутила. Ладно, посмотрим, как насчет тебя. Хотел быстро это сделать, но теперь будешь страдать. Джеймс, слышишь меня? Что такое? Черный дозор? Нет, зараженные пытаются... Простите, ну убирайтесь оттуда. Некогда. Мадре де Диус, они рядом, они уже здесь. Они ломают дверь. Отец, держитесь. Бейгер, Бейгер! Отец! Под стражей. Она у нас? Нет, тут федералы в это дело свой нос засунули. Она у агента по имени Гриффин. У меня доступа нет. Вот откуда она? Если б я знал, я бы посадил девку в угол, дал ей леденец и сидел, ждал, пока этот гад здесь объявится. Скажите, где она? Я все сделаю. Ничего не делайте. Я сам все устрою.
Назовите имя. Пожалуйста, не выключайте свет. Я не буду кричать. Честное слово. Назовите имя. Амайя Хеллер. Это Гриффин. Мне нужен транспорт для Амайи Хеллер. Нет, по распоряжению бюро. Доставить ее к доктору Карлсону. И готовить к операции. Галловей, отвечай. Как же грубо. А где благодарность? Хватит. Ладно. После ваших разборок с Кентреллом всех командиров созвали на заседание. Притом сверхсекретное. Вот идиоты. Стоит ноготь сломать, так впадает в истерику. Я нашла одного из пилотов. Зовут Линкольн. Используйте его. Ладно. Этого мало. Опять? Да пошли вы! Ты думаешь, как ученый, а не как солдат, сынок. Нервно-паралитический газ не нанесет вреда окружающей среде. Всю территорию можно захватить за 72 часа. А так уничтожено будет все. И население, и инфраструктура. Стратегически это менее выгодно. Смотрю, ты еще жива. Боже милостью, проект «Феникс» — это бомбардировка. Весь город хотят сжечь. Это я знаю. Этого мало. Вертолеты вооружены термобарическими ракетами. Сначала нанесут удар по красной зоне. И как вы только раньше без меня справлялись, от Джеймс Хеллер? Мечтай. Перестаньте. Я помогла вам. А потом помогла еще раз. Вы у меня в долгу. Так вот как, по-твоему? Все так и есть. И это еще не... Подойдите. Мы отлично ладим, Хеллер. Джеймс, давайте сбежим отсюда. Нафиг Мерсера. Лучше создадим нечто свое. Мы отлично сработали с вами. Не хочу встревать между тобой и Мерсером. Хочу еще дрянь какую-нибудь. Я рад, что ты умеешь держать оборону. Да, в космос статья была. Дана, у меня к тебе просьба. Может, не совсем уместная, но... Слушай, ты должна выжить. Если я погибну, позаботься о Майе. Что? Джеймс, я бы никогда... Я даже не знаю, с чего больше начать. Больше некому. Ты? Мне некого просить. Спасибо. Нет, ничего. Ага. Как вчера все прошло? Хорошо. А как моя малышка? Не знаю. Это от многого зависит. Может, еще полгода. Я знаю. И я тебя. Твою мать, Райли! Колокольчик бы надели! Простите. У меня идея. Вы знаете, где доктор Трей Карсон? Карсон работает в спецподразделении биооружия в Квантико. А что такое? Если найдем дочь Хеллера, его яйца у нас в руках. Реттлер 2 как-то упоминал доктора Карсона. Думаю, он связан с Гриффином. Хотите припугнуть Карсона? Вы представляете, что с вами сделают федералы? Вам сильно нужен Хеллер? Я вам сообщу результат. Мы отведем Майю Хеллер в лабораторию, агент Бортон. Получены сведения о нарушителе. Так точно. Место? Далеко от Нью-Йорка, слава богу. Мы будем в двух вертушках. Сначала она, а я прямо за ней. Из Вашингтона мои рекомендации не сообщали? Ваш запрос на вивисекцию удовлетворен. Мы не узнаем, насколько она цена, пока ее не вскроем.
Кейтса. Дочь Хеллера неприкосновенна. Можно спросить, почему? Сэр. Во-первых, мне нужны ее генетические составляющие. Во-вторых, Хеллер должен видеть, что я с ней сделаю. Лично. Райли, я здесь. Где вы? Тобой, сукин ты сын! Совсем тупым меня считаешь? Исчезаешь, приказы не выполняешь? Кто до тебя добрался? Кто что сделал? На кого работаешь? Да! Боже! Блин, так вот откуда ты? Райли мертв. Все это время... Это был ты! Рукс, мне нужна только Майя и все. Уйди с дороги. Прошу. Ты нашла ее? Знаешь, где Майя? Прости, Джеймс. Прости меня. Я все перепробовала. Хеллер! У меня сюрприз. Дочку ищешь? Вот же она. Джеймс, стой! Сигнал шел по всей сети BlackNet. Его любой мог слышать. И? Значит, Алекс тоже знает, где она. Это засада. Не смей туда бросаться. Посмею! Мне нужна только Майя. Я знаю. Какого хрена? Сделай одолжение. Забирай свою девку и сваливай из города. Могли бы догадаться. Если вы не за меня, вы против меня. Не заставляйте Алекса ждать. Жива. Пока еще. Или сам скажешь, или я тебе башку проломлю и просканирую твои мозги. Как страшно. Ничего ты не понимаешь. Я дал тебе все. И так ты меня благодаришь? Не понимаешь, что я делаю? Человечество в застое. Умирает. Я дам ему одно тело. Один разум. Подумай. Ни тебе войн, ни болезней. Ни страданий. Понимаешь? Я даю ему второй шанс! Да-да! Меня твой гребаный воспаленный бред! Отдай мне дочь! Нет. Нет, это вряд ли. Теперь ты мне должен кое-что отдать. Видишь ли, юная Амайя обладает твоей ДНК. И когда она будет готова, твоя дочь станет матерью нового мира! Единственное, что мешает мне достичь цели, это ты. Да?
смотрелся бы ужастики. А еще я понимаю, что тот Алекс мертв. Меня больше не связывает ни жизнь, ни смерть, Дана. Я вне всего этого. Как и я. Просто он этого еще не понял. Цела. И что нам делать?